Что, красотки, добрый день, доброе утро, у кого как. Я думаю, вы поняли по названию, что вас сегодня ждет. Нет, даже не так, что вас ждет ближайшую неделю. Потому что этим видео я открываю целую неделю влогов на моем канале, неделю новогодних влогов. Такого у меня еще никогда не было. И, конечно, хотелось бы об этом не так в спешке говорить, как я говорю сейчас. Потому что, на самом деле, мы жутко проспали и едем сейчас в деревню в 10:50. Хотя обычно это происходит часов в 8-9 утра. Ева очень долго спала. Для меня, признаюсь, будет нелегко не подходить к монтажу с таким перфекционизмом, как я обычно это делаю. Потому что обычно я влог могу монтировать неделю, там две, пока мне не будет казаться, что все отлично, все идеально. А в этот раз это такой, знаете, вызов мне самой, потому что нужно будет очень быстро монтировать длинные влоги. Короче говоря, добро пожаловать в нашу жизнь на неделю, на целых 7 дней. И сейчас, как я уже сказала, мы собираемся одновременно опаздываем в деревню. Ну, не то чтобы нас там ждут к определенному сроку, но обычно чем раньше мы туда приедем, тем лучше, потому что там очень классно. Получается, там живут мама и бабушка Дениса. Рядышком прямо с их участком, вот просто ты выходишь с участка и лес. Настолько красивый, настолько высоченный. Это не просто, знаете, несколько десятков деревьев, это прямо настоящий густой лес. Они наматывают по 10 тысяч шагов каждый день в лесу, и летом, и зимой можно видеть следы оленей, иногда косуль, которые мимоходом там пробегают. Даже один раз кабан был. Ну ладно, не буду вдаваться в подробности. Мы едем всей нашей большой семьей. Я, мама, моя, Денис и Ебусик. Конечно, куда мы без Ебусика? После деревни мы еще собрались у себя ставить елку, потому что уже пора. Все, готово. За 4 минуты я накрасилась. Отлично, погнали. Ева, а как говорит кошечка? А как говорит собачка? А как говорит корова? Молодец. А как говорит овечка? А как говорит лягушка? Молодец. А как кто еще есть? У нас там есть курочка. Курочка. А как говорят гуси? Га-га. Умничка. А как маму зовут? А сколько тебе годиков? Упал. Ты маленький философ. Мама, хочешь рассказать, почему важно ехать не в верхней одежде ребенку? Нет. Если пристегнуть ребенка в автокресло в верхней одежде, то при краш-тесте, ну, были краш-тесты, он вылетает как бы из нее. То есть она то же самое, что просто не пристегиваться вообще. Поэтому зимой нужно ездить не в верхней одежде. Аварин будет. Лужа на перекрестке. Да, дословно, лужа на перекрестке. Крышка. Штопор. Штопор. Да, штопор. Футбольный стол. Настольный футбол. Да, перенос. Горб на носу. Горбинка на носу. Горбинка на носу. Горбинка у носа. Горбинка под носом. На носу. Я последовательно говорю. Нос. С горбинкой. А, сын горбинка, правильно. Родительское собрание. Да, родительское собрание. Оконная рама. Рама на окне? Решетка на окне? Да. Решетка на окне. Да, швейцарский флаг. Тротуар. Кроссворд. Угу. А, сканборд. А ты видишь отсюда, мам? Да. Ну-ка, дайте. Это кто? Это зеленый дятел. А в энциклопедии там отдельно седой, отдельно зеленый. Посмотрите, какая красота. Это полное маме. Собрание Гарри Поттера. Спасибо, Евочка. Бьюти-наборчик для двоюродной сестренки Дениса. Сейчас надо все красиво положить в пакетик. Блесточки. Бомбочка для ванны.
Молодец. Теперь вот эту положи, пожалуйста. Да. Сюда. Молодец. Вот это. Молодец. Еще. Крем. Это не крем, это зубная паста. Еще. Молодец. Все, подтянули? Все. Бьюти-мешочек готов. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving. От любого города большой, это как куча всяких соцсетей, куча лишней информации, постоянно там куча всяких сравнений и так далее. А лес — это как реальная жизнь, которая должна быть у человека. Чистая, поменьше электроники, поменьше всякой фигни. Ты же не выберешь неправильных друзей. Поттер! Подуй, Ева, подуй. Молодец. Кушай теперь. Два хвостика. Ну-ка, напишите, что вы здесь видите в кофейной гуще. Денис сразу увидел ребеночка. Вот эта вот черная большая голова, как бы в профиль. И он как эмбриончик такой. Может быть, это знак? Возьми варежки. Молодец. Я вот и свой чемодан не взяла. Багажник можно? Мяу. Что, мы отправляемся домой? Качелька. Качель из шины. ЗОЖ советы. Это я. Не будет варикоза. Даже хорошо. Итак, новости к этому часу. Я попросила Дениса сходить в гараж. Вот за такой красотой. Она еще не готова, конечно, здесь. У нас большой бардак. В пакетах лежат ветки. Сейчас мы достроим этажи, сделаем гирлянду, повесим шарики, и будет красота. Нет, куркум и латте. Только себе сделаю. Чтобы сделать куркум и латте, нам нужен ковшик, овсяное молоко. Сначала померяю кружкой, заливаю молоко в ковшик и ставлю подогреваться. И нам понадобится смесь куркума. Все запомнили, да, что правильно говорится куркума, а не куркума. Корица, имбирь, по-моему, кардамон. По-другому вроде называется золотой напиток или золотой чай. Я вообще в него влюбилась. Я беру половину чайной ложки. Не хватает этого на кружку. Не совсем обязательно. Это капучинатор, который делает бомбическую пенку. Еще? Очень хочу поделиться печеньем. Обалденно вкусное. И с хорошим составом. Осталось здесь 5 печенек. Причем я как в детстве вот так вот макаю. Она становится мягче. И потом я кусаю. Вообще, я не заморачивалась с украшением, как можете видеть. У меня просто везде светодиодная гирлянда. Кроватку я обтянула тоже ей. И вот такой ночничок около тумбочки сделала. Собственно, на этом все. Но сейчас мы с вами вместе будем создавать новогоднюю атмосферу на кровати с помощью постельного белья. Это первый год, когда у меня реально есть новогоднее постельное белье, праздничное такое. Причем заказывала я его с Алиэкспресс, очень довольна качеством. Ева, покажи, где олень. Вот. А где елочки? Вот они. Везде, да? Елочки. Бух! Падай! Ложись, бух! Ева, расскажи, зачем тебе вот эта кроватка? Ты же в ней не спишь все равно. Бух. Свет. Свет. Очки. Ой, не очень, да? Чуть не забыла о самом важном. Та-да-дам! Это полочка подарков. Здесь 7 разных мешочков, которые, как вы могли догадаться, предназначены вам. И в каждом видео, в каждом влоге, в каждом новогоднем влоге я буду разыгрывать один такой
мешочек со всякими бьюти, и не только, кстати, бьюти-штучками. Например, в сегодняшнем бьюти-мешочке и палетка от Lancôme, палетка теней, и аромат от Yves Rocher, очищающий гель от Foro, кисточка для макияжа, губная помада. В общем, тут предостаточно красоты. Но, внимание, условия будут не как обычно. Нужно подписаться на мой канал, подписаться на мой Instagram, а также найти в Инстаграме вот этот пост и написать в комментариях под этим постом что угодно. Таким образом, вы подтвердите свое участие, и я вас найду. И проверю все условия, кстати говоря, конкурса. А мы будем прощаться до завтра. Так непривычно говорить такую фразу. Типа, увидимся завтра на этом же канале, в это же время. Завтра у нас тоже много всего интересного. Я вам впервые покажу, куда я хожу на танцы. Также мы пойдем к стоматологу. До скорой встречи.